О, двойной, два ножа, один фраг. О, да, детка моя. О, да. Надоели сайты с открытием кейсов, на которых вас, скорее всего, обманут? Тогда тебе к нам. Различные акции, отсутствие комиссий, открытая лайф-лента и многое другое, что полностью доказывает нашу честность. Не веришь? Проверь сам и испытай свою удачу на elitecase.net. Всем привет, уважаемые аймеры, хедшотеры, глобал элита, супримы и прочие-прочие дорогие друзья. С вами, как всегда, Шиморо, и мы сегодня с вами находимся на вызовах в Counter-Strike Global Offensive. Да, это снова вызовы, и да, я снова почитал комментарии под прошлым выпуском, и, соответственно, мне сегодня нужно было выбрать один подходящий для этого вызова. Я его выбрал, написал его Warstar 5. Шиморо, бросаю тебе вызов, ты должен стать настоящим рыболовом. Вначале ты должен сделать 5 килов в голову из дигла золотой карп, потом 5 килов с Савидов Кракен. И еще 5 килов с ССГ 08 Кровь в воде. И после этого 10 килов с АВП Медуза тоже в голову. И когда ты поймал всю рыбу, тебя попросили расписаться. 3 кила с керамбит, ручная роспись. Ну и выиграть. В топ, чтобы Шиморо увидел. Написал нам Warstar 5. Спасибо тебе большое, Warstar 5. И, соответственно, я выполняю твою просьбу. Всем остальным ребятам огромное спасибо за ваши комментарии. Сегодня мы возьмем АВП Медузу Арнорушку и, соответственно, начнем нагибать. Я все подготовил, у нас есть ручная роспись. И сегодня я сделал самый незаметный и маленький прицел в игре. Наверное, не самый-самый маленький, но, тем не менее, он довольно незаметный. Я даже не знаю, попадет он в запись видео, каким он есть, скажем так, его размером. Что ж, ребята, ищем каточку и приступаем. Поехали! Ну что ж, друзья, а вот у нас нашлась каточка. Вот он наш нож, а вот, кстати, Вот, кстати, наш глок, который я скрафтил вместе с вами, друзья, моя прелесть. Ну и, соответственно, наша сейчас задача будет выполнять этот самый вызов. Не знаю, что из этого получится. Обратите внимание на прицел, которого практически не видно. Наша задача сделать 5 головочек с дигла. Ну и, соответственно, чтобы все было хорошо дальше. Блять, что ж такое-то, а? А, что-то как-то странно, мальчик. Мальчик мне выстрелил в лицо, он просто размозжил его, дорогие друзья. И это не при... Ой-ой-ой, здравствуйте, сыры уважаемые. Здрасте. Ой, здрасте, 4 уже. Ой, ребят, что-то быстро как-то пошло у нас. Как-то со всеми поздоровался просто и все. Что-то странно. Ну ладно, ладно, давайте двигаться дальше, друзья. Ой, здравствуйте, родные пацаны. Ай, бля! Это надо вырезать, это... У меня аж, блин, сбилось все, черт подери. Здравствуй, у меня пинг такой что-то большой, ребят. О, пацаны! Так, ладно, сейчас. Ребят, вы это видели, да? Вы видели это говно вообще? Взял, сам себя убил, черт подери. Один фраг остался, короче, в жбанчик мне сделать. С диглеца, соответственно. И дальше мы уже будем отрабатывать пацанов, которые здесь есть дальше. Опа-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 
пацан. Ладно, давайте, ребята, фокусироваться. Прицел, на самом деле, не очень привычный для меня. Но он как бы хотя бы все видно, да, обзорность этого прицела не оставляет желать лучшего, скажем так. Теперь можно перейти на совидов. Дайте-ка я сейчас контрольно, если удастся закрепить, то удастся, если не удастся, то, скажем так, не удастся. Сзади вон нас уже крепят. Соответственно, мы должны быстренько сейчас переключиться на совидов Крякин и сделать с вами 5 киллов просто, да? Вот, первый килл пошел. Ни хрена они здесь набегались, ребята. Вот это они здесь разбегались. Вот это они здесь набегались, ребята. Вот это да, вот это говнари-говнарики на воздушном шарике. Заходи ко мне скорей, поеблу, бля, бей быстрей. Я с ума, походу, блядь, сошел. Оу. Так, ладно, двоих я убил, да? Мне еще три фражка нужно. Два фражка для моего пирожка. Засадить два раза надо туда. Оу, ни хрена себе, в пузень тебе прилетело, блин, и ты такой живой, блин. Два фражка, ладно. Давайте, два фражка остается. Там респ пошел. Там респаун пошел, пошел нахер. Тоже с дробовика, да, сучонок вонючий. Вот так вот, въеблет. Так, ладно, идем вот сюда, смотрим, там еще один говнарь. Опа, въеблет. И все, в принципе, да. Так, теперь нам нужно, ребята, с вами сделать ССГ «Кровь в воде». Ой-ой-ой, а чё это ты? Ой-ой-ой, а чё это ты? А чё это ты? Ни хрена себе я, блядь, мазал.
А ребят, что-то нереальное говно с пингом, либо что, ни хрена непонятно, либо я такая кособланочка. Ребята, что-то хрень какая-то вообще, надо было разыграться хоть чуть-чуть как бы. В личико, вот, в личико пошло. Так, 5 киллов с ССГ, кровь в воде, да? Вот еще и блетик как бы срываем, дорогие друзья, смотрим, что будет дальше. Оу, пацан, пацаны. Вот так вот, ноу-скоп еще пошел, да, еще пойдут у нас? Сейчас еще должен будет пробежать, не? Нет, еще один не пробегает, ребята, идем дальше. Еще 2 килла с ССГ, кровь в воде нам нужно будет с вами реализовать. Как говорится, здесь уже пацан резается, кто-то должен сейчас прийти сквозь двери. Сквозь двери, поверь мне, на-най-на-на-на-най. Вот так вот, имблетик. Вот так вот, имблетик. Вот так вот. Ой. Эй, тихо, я перезаряжаюсь. Он меня даже не заметил, блядь. Бля, 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 бля. Я должен был попасть, ребята. Вот это я опростоволосился. Вот, уже понимаю, имблетики летят, ребята. Вот имблетики летят. Вот это да, вот это я разыгран. Вот это я разыгран. Ты, блядь, бегунок, хуёк. Да остановись! Вот тир, блядь. Ай-яй-яй. Ладно, дальше 10 киллов с ОВП медуза. Да тоже в голову. У меня, блин, не так много времени. В голову с медузы. Какая боль, какая боль. С медузы в ебальник мне надо наебашить 10-0. Какая боль. Ладно, все. Ребята, не слушайте меня, у меня 5 минут, потом еще 3 фрага с ножа! Блин, что ж ты еще подлагивает, что-то контрушка, ребята. Что-то херня какая-то, ребят, творится. Так хорошо было и так плохо стало, как говорится, да? Видимо, респаун у нас идет каких-то пацанов. Да тихо ты, блин! Они там все, черт подери, они там все. А, соответственно, надо их крошить, ребята. Очень плохо сейчас идем, меня уже перегоняют. Мне нужно 10 имбальников, ребята, реализовать. Это просто дичь какая-то полная. А, я бы сказал, это полнейшая дичь. Тихо! Не лагай! Хули он дергается, я не пойму. Чё за лаги-то, ребята, пошли? Вы видите, да? При выстреле какие-то лаги идут. А, это пинга, скорее всего, то, что у меня соточка пинг. Я понял, ребята, это, короче... Это вообще дичь какая-то. Вот, второй пошел, да? Мне нужно реализовать еще 8. Что-то как-то, как-то странно. Как-то странно. Мне нужно реализовать еще 8 в имблетик. Как говорится. Блять, убил меня с пистолетика. 8 фрагов нужно сделать. Сейчас 3 минуты остается. Нереал практически, нереал. Оу, 7 остается. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ты че, братан-то, блять? Ну там-то довести надо было просто. 7 фрагов, ребята, потом 3 с ножа. Вот, 2 с ножа уже и 7 фрагов. 2 с ножа и 7 фрагов. Все, что пацану, блин, надо. Какой-то, какие-то подлаги пошли, непонятные. 2, ну это пинг. 2 ножа, 7 фрагов. 3 минуты, ребята, они не резаются нигде, а. Че ж такое-то? Че ж за беда-то у нас такая-то, ребята? Ну дай пройти, 3 минуты остается, пацаны. 3 минуты остается, пацаны. Да! О, вот это задержка была сейчас. Вот это была у меня задержка, ребята. Вы это видели, да? Я убил, и только через секунду где-то показалось, что я это сделал. Все бегают толпой просто, это дичь какая-то. Все бегают толпой. Там тоже наших... Там, точнее, только наши. Какие-то подергивания. Тык-тык-тык-тык. Это пинг, ребята. Пинг 109. Это вообще дичь какая-то. А давненько у меня такого пинга не было. Соответственно, неприятнейший сейчас мы моменты с вами, ребята, славливаем. Сука, блять. Постоянно какие-то подлаги при респауне. Это не считается. 2 ножа, 6 фрагов, да? Так. 2 ножа, 5 фрагов. Где еще, пацанва? 2 ножа, 5 фрагов, а времени вообще не остается, дорогие друзья. Времени вообще в обрез просто.
А надо надолбить, как говорится, да? Так, 2 ножа, 4 фрага. 2 ножа, 4 фрага. Ну! Отоебитесь от меня! Господи, что ж творится-то? Что ж творится-то такое? 2 ножа, 3 фрага. Еблетик бы ему вычислить. 2 ножа, 2 фрага. О, двойной! 2 ножа, 1 фраг! О, да, детка моя! Так. Один фраг, блядь, с ножа остается. А, да, я выполнил, блядь, нихуя себе нарезал все! Ой, как мне нравится, прошу прощения за идиотизм и дебилизм иногда, но, бля, я не могу сдержать эмоции. А как бы, друзья, надеюсь, это было... О, как тебя перекрутило, нахуй! Великолепно, великолепно. Да, ствол дергается сильно, пинг 109, ребята, я... Тяжелее играть становится. Передергивает меня очень сильно. Это то же самое, что взять себя и подрочить, если вот с таким пингом играть. Я, конечно, понимаю, что многие играют с таким пингом и привыкают к динамике стрельбы, как говорится, но я человек, который привык играть с пингом 60-70, для меня разница чувствительна. Не знаю, может быть, у меня что-то с роутером, может быть, еще что-то, я это проверю. Но, тем не менее, друзья, мы челлендж выполнили. Я даже перевыполнил его, как мне кажется, и получили с вами определенную толику удовольствия. Надеюсь, вы получили, и я, надеюсь, заслужил лайка. Спасибо вам огромное за ваши лайки, вот. Предлагайте мне новые вызовы, а этот вызов уже заканчивается. Мне бы удержать, блядь! Первое место удержи, дурак! Первое место удержи, братик! Запизделся. Да! Да-да-да! Да-да-да-да-да! Все. Всем пока, друзья, до новых встреч. С вами был Шиморо. Это был интересный челлендж с пингом 110, я его выполнил все-таки. Вот, пишите вашу вариацию на следующий выпуск, ну а мы увидимся уже на следующем видео. Всем пока и до новых встреч!